Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков посетил населенные пункты, где проинспектировал выполнение поручений по ряду актуальных вопросов. В первую очередь проверил канализационную насосную станцию по улице Тулеметова. Жители жаловались на неисправные насосные системы при отключении света от аварийных ситуаций. Учитывая заявления граждан, канализационный трубопровод по указанному адресу переведен на другую сеть, неисправности устранены. Сегодня в многоэтажных домах номер 41, 42, 66 в микрорайоне Куншыгыз проживают около 1000 жителей. Аким города встретился с гражданами на данной территории и совместно рассмотрел решение актуальных вопросов. Местные жители попросили благоустроить двор и построить детскую площадку. Согласно поручению Акима, в этом году здесь будут установлены многофункциональные открытые спортивные и детские игровые площадки в рамках проекта «Бюджет народного участия». Кроме того, в дальнейшем было дано поручение по комплектованию детских игровых площадок на территории города. Цель реконструкции железнодорожного вокзала – увеличение пропускной способности пассажиров с 2 до 6 тысяч человек, а также создание современных комфортных условий для пассажиров. Таким городом вместе с ответственными курировал работы по реконструкции и проверил выполнение ранее данных поручений. Сейчас площадь здания составляет 1770 квадратных метров. После реконструкции он будет расширен до 2250 квадратных метров. Габит Абдымажитович поручил руководителю отрасли контролировать качественное выполнение строительства в соответствии с производственным графиком. Железнодорожный вокзал передового образца не только создает положительное влияние туристов и гостей на мегаполис, но и оказывает большое влияние на развитие экономики города.